Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас видеть здесь, в моем зале. Ну и что, остальное все это в музыке. Будем вам портить аппетит. Thank you.
Дорогие друзья, я не буду комментировать, потому что голос пропадает все время у меня. Потому что, извините, уже догадаетесь, чего я там играю. Но если не догадаетесь, я потом вам отдельно все расскажу. Thank you.
Спасибо, это было попури, начиная от Средней Азии, кончая Крымом. Ну, сейчас можем переметнуться в Испанию уже, раз начали заговаривать. Сыграю вам такое свое видение Арангуэса. Молдавию.
знаете, как я хороший один анекдот молчал. Был конкурс гитаристов, и один подходит к председателю жюри и говорит: ну как я сыграл? Он говорит: вы знаете, молодой человек, вы играете не стройно, говорит, но не ритмично. Для вас звучит Бахчисарайская хайтарма. На 7/16. Это я когда-то в Америке, ну, часто ездил на один такой фестиваль. Lionel Hampton Jazz Festival, это в Сиэтле, Айдахо, штат. И, кстати, называлось место Москва. Это село, деревня, где проходил, это Москва называлась. Я сперва даже не понял, когда первый раз приглашение получил, написано «Москау». Ну, ладно, это такое дело. Но я вот играл вот эти размеры нечетные на 7-16. И на второй фестиваль, когда они меня пригласили, такой Лен Скиннер, директор этого фестиваля, он меня встречал в аэропорту, и мы вместе едем, и он мне говорит: «Энвер, ты знаешь, ну, по-английски, мы уже играем 7-16 ваши ломаные размеры». Я говорю: «А, говорит, хочешь, я тебе, говорит, простучу?» Он говорит: «Проиграю». Я говорю: «Да, конечно». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Юмор у него хватал. Thank you.
как иногда про музыкантов говорят, надо пацанам налить. Я думаю, немножко вас развеселю. Загрелся. Для вас звучит, хотя еще не вечер, утро в колхозе «Завет Ленина». У нас, где я жил, это посвящается тому колхозу «Завет Ленина», в котором я жил 6 лет. Хотя разницы нет. Перерыв.
Здравствуйте еще раз. Спасибо. Ну, прежде чем начать концерт, я вообще взяли очень много моих близких друзей. И здесь присутствует такой, решили вам маленький сюрприз сделать. Здесь присутствует мой близкий друг, всем известный кулинар, лауреат всевозможных конкурсов, которые можете прочитать в интернете. И не только, и услышать из уст любителей восточной кухни. Это мой друг, еще раз, это великолепный музыкант, который, к сожалению, времени находит для музыки, но у него есть всегда такой сюрприз, который называется дудук. Это Стали Хан. Добрый вечер. Знаете, у нас с Энвером история какая. Мы родились в одном городе. Энвер чуть раньше, я чуть позже. Но я ему пообещал, я тебя когда-нибудь догоню. И вот когда-то мы еще мальчиками были, бегали на танцы, посмотреть, как там играют большие ребята. Энвер, Николай Душко. Царство Небесное. И вот здесь присутствует еще один наш, вот из нашего кишлака, откуда мы родом, из Ферганы, из того самого района, еще один человек присутствует. Его зовут Ираш Шалбеков. Замечательный вокалист. Ну, чего так хлопать? Рафик все равно выступать не будет. Рафик послал всех нафиг. Энвер уехал из Ферганы уже довольно давно, лет 25 назад. И как ни странно, с тех пор, вот за эти 25 лет, наша дружба только крепнет. Вот эти расстояния нам не мешают. Энвер, когда приезжает в Москву, очень часто приходит ко мне в гости, останавливается у меня, и я вижу, я наблюдаю, как рождается эта музыка. Энвер играет на гитаре до завтрака, вместо завтрака, после обеда, во время обеда. И уже вот, Энвер, 3 часа ночи, давай спать ложимся. Он может глаза закрыть и продолжать играть на гитаре, и вот он живет с этой гитарой. Не знаю, опять что-то. Он это говорит, что я ночью играю, а я ночью, он не замечает, как я ночью пробираюсь в холодильник и его блюда там потихонечку заметаю. Знаете, я вообще не музыкант, но когда-то у меня была студия звукозаписи, где я записывал узбекских преимущественно музыкантов. И вот в эту студию ко мне приходил Энвер. Мне повезло когда-то в 87 году записать Энвера. Поэтому музыку-то я любил еще с давних лет. А вот сам играть начал буквально несколько лет назад. И тут вот мне буквально 2 дня назад прислали с Кавказа от мастера новую дудочку. Формально это дудук, только на ней кларнетная головка. И, может быть, я еще не совсем с ней освоился, но, тем не менее, рискнем вместе сыграть. Знаете, вещь, которую мы будем играть, она довольно-таки странная. Для дудука она подходит так, чтобы на до играть. А Энвер сделал для нее совершенно удивительную интерпретацию, и она будет играться в другой тональности. Поэтому вещь будет разбита на 2 части. Вы на нас не обижаетесь, ладно?
Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо, Эльдар, что доставил мне такое удовольствие выйти с тобой и побыть на одной сцене. Надеюсь, ты к шашлыкам меня подпустишь когда-нибудь. Были в Узбекистане, в Крыму, но сейчас отправимся на Кавказ, наверное. Композиция, посвященная Джону Леннону и Джорджу Харрисону.
Соло хора имени Пятницкого в сопровождении оркестра струнных народных инструментов.
пойдем в более спокойный формат. Конечно, скоро уже сезон, лето, скоро все на море поедем. Поэтому композиция будет так и называться «Море». Thank you.
проще для вас кое-что сыграть, например, из Pink Floyd. Композиция называется «Стена», вал. Попробую вам сыграть.
Сейчас я вам сыграю композицию сэра Пола Маккартни, которая называется «She's Woman». Это посвящается нашим женщинам. С наступающим вас 8 марта. Ну, от нас всех музыков. Thank you.
Ну, дорогие друзья, пришло время, к сожалению, с вами попрощаться. В заключение я хочу сыграть одну из моих любимых композиций Эрика Клэптона «Tears to Heaven». Договорились.